Да, за что сидел, слышишь? Həbsdən azad edilərək işğalçı Rus ordusunun tərkibində Ukraynaya göndərilən hərbiçilərdən daha biri əsir götürülüb. Wagner özəl hərbi şirkət tərəfindən cəbhəyə göndərildiyini deyən əsir 50 nəfərlik dəstələrindən cəmi 12 nəfərin sağ qaldığını bildirib. Да, за что сидел, слышишь? За 105-й. Ну, бля, я не шарю в уголовном, говори, что... Убийство? Да ты у нас нарожденный киллер, я смотрю. Какой я киллер? Самоубийство, самооборона, на... Превышение, на... 105-й, второй. Я понял. Я понял. А кенты твои тоже все с одной колонии вы? Ну тут разные колонии. С разных кого? Ну, нашу команду привезли 50 человек, осталось 12, бля, через... Когда я сюда приехал, узнал, что осталось 12 человек вот из команды нашей, бля. Ай, блин. А примерно полностью всех? Всех, что тут есть? Я больше... Справа, слева, кроме своих не видно. Я говорю, у нас там тотальный контроль, мы далеко не отходим от своего домика, бля, дальше 100 метров. Мы живем там гуртовку 15 человек, бля. Вот это все, кого я вижу, бля. Я понял, ладно.